После обрушившихся на центральную Россию сильных снегопадов коммунальные службы Ленинского городского округа работают в усиленном режиме. Им на помощь пришли студенты и преподаватели из Московского регионального социально-экономического института. Они помогли расчистить территорию детского сада «Ласточка». Мы каждый раз, когда нам предлагают какие-то мероприятия вот в рамках Ленинского городского округа, Московский региональный социально-экономический институт всегда с радостью проявляет инициативу, мы всегда принимаем участие. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова присоединилась к волонтерам и помогла расчистить детскую площадку и дорогу около входа в дошкольное учреждение. Участникам уборки раздали удобные красивые оранжевые лопаты. С ними добровольцы за короткое время смогли очистить территорию от снега. Сотрудники детского сада оценили проделанную работу. Они много почистили, много нам помогли убрать. Очень им благодарны, мы, конечно, это тоже сказали. Огромная помощь вот, детским садам, школам. И это хороший пример нашим молодым мальчишкам, девчонкам. Они видят о том, что старшее поколение все-таки готово включаться в работу и помогать, чтобы у них всегда было чисто и хорошо. Зима в самом разгаре, поэтому любая помощь коммунальным службам в уборке будет не лишней. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.